Первые звуки колокола уже звучат на Театральной площади. На главной сцене Анапы участники фестиваля «Благовест у моря» устанавливают звонницы и, конечно, пробуют силы. Завтра состоится гала-концерт и мастер-классы для новичков. 13-летний Филипп уже может встать в ряд наставников. Признается, что полюбил эту музыку с раннего детства. Начал с малого детства. Получается, раньше залазил к знакомым на колокольню, когда служил в алтаре, и знакомый, то есть диакон, он давал позвонить. Я хочу стать священником, звонарем, чтобы у меня был свой храм и свой приход. В этом году заявки на участие подали 25 коллективов звонарей из Краснодарского края, Нижегородской и Московской областей, Москвы, Саратова, Самары, Ставропольского края. Мы звоним на колокольнях и звонницах при храмах. Для нас это очень важно, поскольку колокола являются неотъемлемой частью богослужения. Но выход на сцену, возможность донести до людей красоту колокольного звона и вдохнуть духовность в происходящее действие, для нас очень важно. Важно поделиться этой радостью, которую мы сами испытываем, слушая и исполняя колокольные звоны. Стать зрителем мероприятия все желающие смогут уже завтра с 11 до 16 часов.